Так, привет, народ. Пришел тот день, когда я сготовил все для стены плоти. Что ж, пойдем ее, наверное, грохать. Вроде бы все, что надо, приготовил. Так, это вот сюда. Так, это мы убираем. Так, блин, давай. Ползи. Так, значит, у меня будет лапка, это. Костюм такой очень хороший. Некроманта. Так, вот это надо вернуть, потому что мне вниз надо спуститься. И что? Вот тут я застроил ветку, чтобы мне не мешали спокойно падать вниз. Вот. И чтобы был размер 4, иначе порча может перескочить. Почему-то она у меня перескочила. Поэтому я тут разбил на 4. Так. Странство с ним. А ты откуда тут взялся? Не понял. Это что такое было? Так. Ну что, бежим на начало карты. Это, наверное, путешествие довольно-таки... Долгое будет, как видите, не очень ровная у меня поверхность. Ну да черт с ним. Наверное, я нажму паузу, бежать долго. Так, я на месте. Меня чуть-чуть тут, конечно, подамажили все. Так, 3 минуты. Ну что, пьем все, что возможно. Кидаем... Да, блин, кидайся ты. Вот. И покатило. Да, блин, тебя мне только тут не хватает. Я ее, наверное, даже и не увижу, честно говоря. Так, давай. Вот она вот. Давай, сдохни. Ну. Все. Какая сила. Так, такие я загубил. Так, пропадай. Все, что мне не надо. Так, этот можно обернуть. Ну, в принципе, не так уж и сложно. Так, что нам там дали? О, эмблема лучника. Повезло. Надо же, с первого раза. Так. Ну... Так, что она дает? Увеличивает дистанционный урон на 15%. Вот еще, кстати, вот это забыл использовать. Так, я еще хотел вот эту вот штуку использовать вместо лапки. Ну да ладно. Теперь у нас мир перешел hard mod. Интересно, где у нас сейчас? Так, теперь можем что сделать? Теперь можем вернуть, ну, еще 2 минуты есть, вдруг тут у нас этот
чувак появится, который нас будет преследовать. Может, думаю, найду. Вот он. Так, здоров, чувак. Чё? Я не тупой, тупой взял. Ну ладно, извини. Я тебя хотел спасти, но, к сожалению, не тупо взял. Ладно, тогда возвращаемся домой. Ух ты, дробовщик в ближнем бою. Так, чувак, здоров. Мне это не надо. Порочный не ту взял. Так, на тебе всякую хрень. Так, сердце демона. Так, теперь я могу использовать это и это. Шарики можно по качеству вместо этого положить. У нас сейчас больше всего. Так, ты что хочешь? Или я уже с тобой разговаривал? Разговаривал. Трюфель прибыл. О, трюфель прибыл. Здравствуй, трюфель. О, у нас и продавец прибыл. Может, что нового продаешь? Сачку урона. Неинтересно. Так, что у нас у жителей появилось новенького? Ты вряд ли, ты будешь только лечить. Магазин нет, насоса у нее нету. Ты взрыватель, порох адского пламени, 17 урона. Ух ты. Подожженные 9, 17 урона. Офигеть. Так, ты. Вот, ты нам нужна. Так, эта порочная пыль не нужна. Так, гоблин. Гоблин ничего нового не продает. Этого спрашивали ты. Ага, шарик, дискошар. Не нужен. Золотая пыль. Что-то я помню, из него делается, что не помню. Так, стрелок. Это нам все не надо, нечестивая стрела, только может быть. Ну, пока что не надо. Так, дальше. Магазин. Так, у тебя появилось ничего. Ты здоров. Ничего. И у тебя ничего. Хорошо. Трюфель у нас, по идее, наверху поселился. Трюфель, 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 мы так тебе не пришли. Где ты? Здравствуй, трюфель. И пока что нам ничего полезного. Ну, вот только синий раствор. Освещенный гриб. Детеныш трюфель. А у меня с монетами, наверное... кто у меня там носится? Дракончик. Не, пускай дракончик. У меня с монетами пока что плоховатенько. Так, это все сюда. Для чего нужна золотая пыль? Там что-то... где этот наш подсказчик? Эй! А-а-а! Агито того? Тю-тю? Ладно. Так, порочная пыль идет сюда. Это идет сюда-сюда. Так. Где у нас освещение появилось? Так, освещение. Освещение не тут. Ладно, давайте я спущусь вниз и возьму себе старикашку.